Вот это-то и вызывает серьезное опасение. 2019-1 имеет не мужское или женское имя, а набор цифр и букв. Его траектория полета известна лишь фрагментарно и в любую минуту может измениться в силу неизученных еще причин и влияния гравитации космических тел и звезд. Да, первоначально вообще-то ученые посчитали, что он пройдет близко от Земли, но твердо сказать, что он не изменит своей орбиты в самый последний момент и не будет притянут гравитационным полем Земли, гарантировать на данном этапе не может ни один ученый. Тем более, что открыт он был буквально на днях в числе других 20. Орбиты, движения которых тоже пока до конца не изучены. Зато существует специальная шкала, согласно которой хорошо известно, что падение астероида в 160 метров приравнивается к взрыву водородной бомбы мощностью не менее 100 мегатонн с ужасными последствиями в десятки и сотни миллионов жертв и полным разрушением всего, что находится в диаметре тысячи километров. Один только кратер от такого удара астероида о Землю будет равен нескольким километрам. Так что и с астероидом 2019-1, движущимся в нашу сторону, тоже еще не все до конца ясно. Успокаивает лишь одно, что его падение, если оно все-таки произойдет, не приведет, по заверениям ученых, к Армагеддону. Обсудить эту и другие новости науки и технологий можно в комментариях. Подписывайтесь на канал, жмите на уведомления, чтобы не пропустить новые видео.